Господа, всем привет! Я Денис, вы на моем канале, и сегодня я попробую порадовать вас необычным и экспериментальным контентом. В чем суть? К нам приехал Егор. Егор приехал к нам на приоре. Он хочет сабвуфер, но на установку у Егора денег нет. Значит, что будет Егор делать? Он будет сам устанавливать себе активный сабвуфер от Довбонса в своем гараже своими руками. Ну а я просто поеду, поснимаю, посмотрю, какие совершает он ошибки, расскажу вам, как делать не нужно или как делать нужно. Ну и, соответственно, вы поймете, сколько это занимает времени, сложно это или нет, и можно ли это сделать своими руками. Погнали смотреть. Ах да, перед началом ролика, чуть не забыл. Прожми лайк, подпишись на канал, ну и зайди по ссылочке, посмотри на наш телеграм. У нас там много интересного. А теперь точно поехали. Ну чего, Егорушка, с чего начинать будем? Ну, давай посмотрим, какие провода нам оставил старый владелец. И, может быть, к нему же можно будет подключиться. Ну, открывай капот, глянем. Здорово! Была еще вот эта штучка. Ну, что-то ей вообще очень плохо стало. Так. Ну что ж. Аккумат Газели. Я его еле сюда поставил. Все свое. Первые сложности, господа. Давай, делай, приступай. Что делать-то? Делать-то что? Как это работает? Я думаю, что нужно начать с проводки. Силовую проводку надо протащить. А какая из них какая? Ну, скорее всего, та, которая с предохранителем. Вот это. Ну, кстати, тебе повезло. У тебя в машине остался проводочек от старой проводки. Соответственно, сейчас мы можем к нему примотаться изолентой и облегчить тебе задачу в протаскивании провода. Действуй. Снимаем порог. Зачем ты снимаешь порог? Чтобы посмотреть, где у меня есть какие провода. И вот оно. Только почему тут все сырое максимально? Потому что у тебя машина гнилая. Ну, это классно. Так, нашел красный провод? Да. Ништяк. Значит, за него и будем тянуть. Пошли под капот приматываться. В гараже не всегда открываются двери. А это что значит? А что это значит? То, что они будут биться обо всякую ну, фигню. Ну, неудобно работать, неудобно. Да, работать неудобно. Я думаю, что вам надо взять длинный конец этого провода, то есть вот это вот остается у нас около аккумулятора, а здесь вы сматываете их изолентой и сейчас будете протаскивать. Похож на ковбоя? Ну и что ты его протянул? И что ты дальше с этим проводом делать будешь? Что, потянем его туда, в багажник? Что с ним еще делать? Давай по порогу, аккуратненько, чтобы было красиво. Чтобы потом в комментариях комментаторы не написали, что вы рукожопы и советуете плохие советы. Ребятушки явно что-то забыли, но я им сейчас помогу. Так, Егор, давай будем учиться. Смотри на сап.
и на усилитель сразу. Что ты здесь видишь? Фюсе. Не-не-не, это предохранитель, давай дальше. Ага, плюс 12 вольт. Так, это мы провели. Ага. То есть, две остальные дырки нам, ну, не важны, да? А ну, назад вернись. После 12 плюс, что написано? Рем ин. А дальше? Power impant. А дальше? Impat. Ну, GND, минус. Вы провели только плюс в багажник, вам еще нужен минус. Точно. Ну чего, откуда будем брать минус? С математики. Какая нахер математика? Откуда будем брать минус с кузова? У тебя же нет проводов на минус, правильно? Ага. Давай, предполагай мысли. Быстрее, динамичнее. Я не знаю. Господа, многие к нам приезжают и берут минус с замка багажника. Это допустимо, но, блин, ну типа здесь плохой контакт. Вот он уже ключом полез под ремни безопасности. Сейчас он открутит, сорвет болт и будем туда крепиться. Место контакта, перед тем, как крепить провод, обязательно нужно зачистить. Ну, как сможете, так и зачищайте. Он вот, видите, шкуркой делает. Сейчас минут 5 пройдет. Вот пацаны вроде колхозники, а делают правильные вещи. Все нужно зачищать. Место контакта должно быть хорошим. Оп, еще бы, конечно, побрызгать чем-нибудь, но мы бедные колхозники, поэтому будем делать так. Масса пацанская должна быть обязательно. Закрутили и крепим. Егор, а вот скажи мне, как ты думаешь, почему плюсовой провод мы не подключили и он лежит здесь? Потому что будет тыдыщ. Короткое замыкание, верно. Из вашей змеиной свадьбы в багажнике может произойти хорошая искра. Поэтому, когда вы коммутируете все провода и проводите их в багажник, оставьте его, не подключайте к аккумулятору, чтобы не сжечь предохранитель и не было чего плохого. Теперь у нас есть плюс, есть минус. Чего нам еще не хватает? Тюльпанов, наверное. Ну, тюльпаны у тебя здесь лежат, конечно. Будем их вставлять или меняем на нормальные из комплекта? Хотя в комплекте тоже... Такие себе. Протягивать под магнитолу, а там вообще все неудобно. Лень, да? Угу. Ну, давай оставлять. Пойдем снимать магнитолу, смотреть. Ты знаешь, как она снимается хотя бы? Ага, я понял тебя. Ты же ее сам ставил. Ищи сзади нее тюльпаны, которые тебе оставил добродушно прошлый хозяин. Вообще, большинство людей привыкли, что сзади магнитолы в фишке синий провод отвечает за ремоут. Это тот сигнал, который позволяет включить наш усилитель, ну и сабвуфер, соответственно, активный, вместе с включением магнитолы. Но здесь синего провода нет, поэтому что? Давай гуглить, что это за красный провод здесь. Вот она, ваша китайская Пионер ХБ магнитола. Даже нельзя назвать ее пионером-то. На самой магнитоле есть распиновка. Было принято коллективное решение класть новые тюльпаны, потому что старые сломанные. А ты не замирай, делай. Уже на улице холодает, времени прошло, наверное, час, а мы еще даже не услышали музла. Вполне возможно, что сейчас поедем за нормальной магнитолой. Ну, ничего страшного. Пацаны не удержались и решили проверить, как все это будет работать. Ну фу, ну зачем? Нет. Ну сделай нормально. Что ты как ногами его скрутил? И так тебя в комментариях закирогазят за то, что все вот так вот. Давай выкручивай еще больше. Оп. Залетел. А ремонт ты не сделал перемычку, выкручивай обратно. Теперь я от себя немножко поясню. Пацаны решили, что с магнитолы ремоут искать нехорошо, и мы хотим быстрее все запустить. Гуглить мы не стали, как это делать. Ну что ж, это ваше право. Сейчас они делают перемычку с плюса на ремоут. Это допустимо, но аккумулятор у вас будет высаживаться. Соответственно, втыкаем ее вот сюда вот. Аккумулятор на машине у вас будет высаживаться, когда вы ее глушите, и эту перемычку надо будет постоянно вынимать. Но времени уже прошло полтора часа, хочется побыстрее, поэтому такие методы пришли в действие. Ну, когда меня это
Да ты просто поставишь нормальную магнитолу через 2 недели. Пацаны смотрели мои шорцы и доверили мне подключить их активный сабвуфер. Ну, давай сделаем. Чё? Проводочек остался. Сейчас просто прислоним. Ну все. Оп, заискрило, нормально. Ух ты, басуха пошла. Все, зарядился. Горит? Да. Ну все, зачищайте, делайте клемму. В комплекте клеммы не оказалось. А это значит что? Ну что, пацаны будут наматывать на болт. Эх вас и нас, и всех в комментариях-то убьют просто за такую работу. Пойдет. Пошли включать, слушать. Господа, прошло 2 часа времени, и сабвуфер в машине уже установлен. Сейчас мы его обязательно послушаем, но мне перед тем, как послушать, хочется спросить у Егора, у хозяина машины. Вообще, ты заморочился? Ну, тяжело тебе было? Вообще, ну, это реально поставить самому сабвуфер летом вот так вот быстренько? Да, 2 часа времени, грязные руки, и, в принципе, сабвуфер будет стоять, играть. Пара проводов. Ну, тебе повезло, что у тебя была проложена проводка. То есть, в вашем случае, если проводки в машине не было как таковой, достаточно сложно будет найти место, где ее протащить в моторном щите, место, как ее проложить. В его случае она уже лежала, он просто вытащил, заменил на новую. В принципе, все. Но давайте теперь слушать, смотреть, как это все играет. Ну и, естественно, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Я сделал из машины виброматрас! Ну что, нравится? Вообще пушка, просто пушка. Ну кайф. Зая, спасибо за бабки на сап. Ладно, она не флексит, но снаружи ее слышно здраво. Прям здраво. Надо номер ему завибрить. Давай громче на магнитоле крути. На это все. Вот так лучше. За новой магнитолой жду. А? За новой магнитолой жду. $15 000. Ну ладно, 16,5. И дубасит. Пацаны довольные остались. Ну кайф же.